Так, ну что, ребятки, давайте покормим наших рыбок. Слышали, как гухнуло? Вот это жесть! У меня такое впечатление, что и стены затрусились. Ого! Давайте, ребят, соблюдать правила двух стен, наверное. Сижу, ребят, в коридоре. Закрыл двери по кругу, чтобы тут в коридоре, чтобы на всякий случай были закрыты двери, соблюдая правила двух стен. Вот это лупануло, такого давно не было. Гэпнуло прямо очень сильно, ребята. Прям стена, такое впечатление, что затрусилась и пол. Просто жесть. Фух. Водичка набрата, ребят. Все есть, я вам показывал, все стоит. Дровишки тоже имеются. Это жесть. Вот так вот, видите, тихо-тихо было, тихо-тихо. И тут только прилет. Так какой сильный. Такого прилета вот именно реально давно, ребят, не было. Давно. Жесть. Так и живем, ребят. Так и живем. Предупреждают, ребят, за зиму. Уже по телевизору говорили, чтобы были все готовы. У кого что есть. У кого есть генератор. У нас есть инвертор. Всем, ребятки, спасибо, кто поддерживал в свое время. Есть инвертор, есть автомобильный аккумулятор. Если что, будем подключать, запитываться, чтобы был интернет и чтобы был воздух у рыбок и свет какой-то маломайский, чтобы продукты не попропадали. Так что, ребят, мы готовы. Водичка тоже набрата. Туалет переносной в погребе стоит до сих пор. Так и стоит там. Так и живем. Ничего-ничего, тихо-тихо, потом только гу-гу. Ой, ребят, надеюсь, что вы там живы, здоровы, что все с вами в порядке. Так, ребят, ну вроде бы тихо. Вроде бы уже затишье. Отбой тревоги. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм группу. Ну а кому вдруг нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. По моему промокоду получите 10% скидки. Всех обнял, ребят. Держимся.